ми научимся ходить в стойку силой на брусьях. Для этого вам нужно сначала научиться стоять у стены, отжиматься у стены, стоять без стены, отжиматься без стены. Для начала попытайтесь в стойку встать, вот как Колян показал, Николай наш. У вас может вначале этого не получаться, делайте это так. То есть встаете, совмещаете в стойку на прямых и как бы выжимаете. Это будет так. То есть с разгона немного ускоряетесь. А, точно, вот так же. Затем пытаетесь это сделать медленно и более из глубокого хвата. То есть немного руки подгибаете и выжимаете. И как вы отжимаете со стены, просто выжимаете все силы, если вы умеете. Далее вы... Для того, чтобы выходить в стойку на брусьях, не поленитесь, сделайте такие херни. Можете купить, если вы мажор. Но я не мажор, то он все купил. Можете сделать самостоятельно из деревянных просто полки. А в принципе, самый дешевый вариант. Берете два кирпича, ставите кирпичи как бы с высокой стороны больше и пытаетесь выжимать. То же самое, как вы выжимаете на полу, то же самое пытаетесь выжать на этих стойках. После этого, после того, как вы...